Уменьшена лучевая нагрузка и время обследования. Новый аппарат компьютерной томографии с функциями высокоточной диагностики запустили в многопрофильной детской областной больнице. Стоит американское оборудование 380 миллионов тенге. Современной комбинацией рентгеновской установки и компьютера ознакомился и аким области Кумар Аксакалов. Подробности далее. Улучшено на 20% качество картинки и программная часть аппарата. Это отличие от предыдущего компьютерного томографа, который отметил для себя врач лучевой диагностики Виталий Туник. Ему есть с чем сравнивать. В своей практике он видел разные оборудования. Аппарат мне очень понравился. То есть он в простоте исследования и в простоте описательной части. То есть программная часть у него замечательная. Он, по сравнению с предыдущим аппаратом, он имеет много новых функций. Такие как исследование сосудов, брахиоцефальных сосудов, интерканиальных сосудов и также аорты. То есть на предыдущем аппарате нам приходилось чуть-чуть изворачиваться, чтобы сделать аорту. На данном аппарате эта функция уже включена. Высокоточная диагностика заболеваний головного мозга, органов брюшной полости и грудной клетки. Выявляет аппарат и начальные проявления недугов, а также врожденных патологий. За 2 недели здесь обследовали более 60 детей. Попасть на прием можно через 4-5 дней после записи. Ранее ждать приходилось не меньше 2 недель. За прошлый год мы провели 2400 исследований на том КТ. На этот год у нас запланировано около 3000. Почему? Потому что он быстрее работает, меньше лучевая нагрузка на ребенка, эффективность его, детализация в разы лучше, чем у предыдущего аппарата КТ. Функций больше, да, функций у него больше намного. Любой орган практически мы можем просветить, посмотреть. Предыдущий аппарат здесь прослужил 7 лет. Его передали в районную больницу села Новоишимского. Там оборудование запустят в конце следующего месяца. Еще один КТ появится на днях в многопрофильной городской больнице. Таким образом, вопрос нехватки компьютерных томографов и длинных очередей, которые североказахстанцы поднимали не один год, сведется на нет. В течение вот этих 5 лет мы еще приобрели 4 аппарата. Компьютерных томографов, если в 2017 году у нас было 4 аппарата, то сейчас у нас уже 8. В течение 5 лет на приобретение оборудования было направлено около 14 миллиардов тенге, свыше 2000 различных типов оборудования медицинского было закуплено. В области решился вопрос дефицита ангиографов, маммографов и рентген-аппаратов. Кроме того, в прошлом году приобрели 11 УЗИ экспертного класса. По стандарту для минимального дооснащения больниц не хватало 4. Жанель Бисимбаева, Казбек Арыкбаев. Итоги дня.